Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот круглый мотив. Вот смотрите, если мы его можем с вами соединить, у нас получается очень красивое кружевное полотно, да? Я сейчас отъеду. Ага, больше не получается. Вот такая вещь. Мы его можем соединить отсюда, и по центру у нас еще тоже может быть один мотив. Сегодня мы разберем с вами один вот такой. Смотрится он, по-моему, очень даже симпатично. Применить его можно в любом изделии. Так, приступим. Начинать мы с вами будем с первой воздушной петли. И я вяжу 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в колечко. Соединительная петелька, хвостик вдоль вязания, 3 воздушных петли, это у нас будет столбик, накид, и в колечко мы будем с вами вязать столбики с одним накидом. Таких столбиков с учетом 3 петель подъема у нас должно быть 16. Вот так вот. И заполняем наше кольцо столбиками. 16 столбиков мы с вами связали, в третью петельку подъема завершили этот ряд и распределили наши столбики. Теперь 1, 2, 3. Это будет столбик. 1, 2, 3. Расстояние между столбиками. Накид. Мы заходим с вами в первый столбик. По ходу движения вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, накид, в рядом стоящий столбик с одним накидом. То есть у нас тоже получается 16 столбиков через 3 воздушных петли. Так, продолжаем по кругу. Связали мы с вами второй ряд, 3 воздушных петли, и мы 1, 2, 3, соединяемся с третьей петелькой подъема и закрываем этот ряд. Мы переходим соединительной петлей под арочку. И я вяжу 1, 2, 3, 4, 2 накида. Под эту же арку мы с вами вяжем еще 4 столбика. То есть в итоге у нас должно получиться 5 столбиков с двумя накидами. Это у нас вот третий, четвертый и пятый. Видите, 1, 2, 3, 4, 5. Мы соединяем их все вместе и закрепили. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Мы заходим в следующую арку и вяжем точно такой же столбик. 5 недовязанных столбиков с двумя накидами. И соединяем их в одну вершинку. Это у меня вот 4-й и вот 5-й. Соединили все, соединила 1, 2, 3, 4, 5. И так в каждую арочку вяжем такой столбик. Обошли мы с вами весь ряд. Вот что у нас с вами уже получилось. Последние 5 петель, и мы заходим в вершинку нашего столбика и вяжем соединительную петельку. Вот так. Теперь зашли под арочку. Я вяжу 1, 2, 3. Это будет столбик, накид. Второй столбик. Третий. Четвертый. И пятый. Накид. Переходим в следующую арку. И тоже 5 столбиков. 1, 2, 3.
три, четыре и пять. Накид под следующую арочку. Итак, мы вяжем столбики в каждую арочку. Обошли мы все с вами по кругу. Теперь последние наши столбики. Соединяемся с первой столбиком или с третьей петлей подъема. И вот в итоге, что мы с вами получаем. Далее. 1, 2, 3. Это у нас будет столбик. 1, 2, 3. Это у нас будет с вами часть арки. Считаем. Вот смотрите, у нас с вами 1, 2, 3. Вот в третий столбик, в центральный, я вяжу столбик без накида. 1, 2, 3. Накид. Вот между столбиками этого ряда, да, я захожу и вяжу столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. В третий я вяжу столбик без накида. 1, 2, 3. Накид между этим набором. Вяжу столбик без накида. Итак, продолжаем все по кругу. Мы обошли с вами все по кругу. У нас осталась последняя арка. Последнюю арку я вяжу. Одна воздушная петля, накид. Я захожу в ту точку, с которой выходила, и вяжу столбик с одним накидом. Мы с вами оказались в центре арочки. Теперь мы будем вязать свои арки из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Зашли под арку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Под арку. Столбик без накида. Итак, продолжаем с вами вязать все по кругу. Обошли мы с вами все по кругу. И последняя арка. 1, 2, накид. Заходим в точку, с которой выходили. И вяжем столбик с одним накидом. Мы опять с вами находимся в центре, в вершине нашей арки. Теперь у нас арочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку и столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем по кругу. Связали мы с вами ряд арочки из 5 воздушных петель. Что мы с вами делаем? 1, 2, 3, накид. Заходим в точку, с которой выходили. И вяжем столбик с одним накидом. Мы опять с вами в вершине арки. Теперь у нас арочка из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как вы понимаете, мы можем с вами увеличивать этот мотив до необходимых нам размеров, постепенно увеличивая арки. Обошли мы с вами весь ряд. У нас последний ряд. Что мы должны с вами сделать? 1, 2, 3, накид. Мы можем здесь сделать столбик с двумя накидами, можем сделать столбик с одним накидом. Вот так. И вот мы опять с вами оказались в вершине нашей арки. Мы можем с вами продолжать дальше вязать 7, 8, если нам нужно увеличивать наш размер. Сейчас мы с вами свяжем последний ряд. Вот он будет выглядеть вот таким вот образом, да? Вот такие вот у нас идут птички с пико. Как я это вяжу? С этой вершинки я вяжу 1, 2, 3, 4, 5. Я делаю накид. Захожу в центральную петельку на арке. Вяжу столбик с одним накидом. То есть, если так подумать, то у нас получается здесь 7 петель. Накид. Захожу опять в эту же петельку. Вяжу второй столбик. 3 воздушных петли. Накид. В
эту же петельку захожу, вяжу столбик один, накид, захожу столбик, вяжу второй. Но тут мы с вами считаем, это 1, 2, и теперь 1, 2, 3, 4, 5, то есть получается 7. Мы зашли с вами под арку, идущую по ходу движения, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, накид. Опять мы с вами ищем центральную петельку, столбик, накид, столбик, 1, 2, 3, накид. И опять в эту же петельку 2 столбика. Один и второй. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И под арку. Вот в итоге что у нас с вами получается. У нас получаются вот такие вот, видите, как мушки по периметру. И мы с вами с помощью вот этих мушек можем соединять наши мотивы. То есть если сейчас, допустим, мы соединились теперь 1, 2, 3, 4, 5 накид, мы зашли с вами в петельку, вернее, в одну петельку, связали один столбик, второй, 1, 2, мы теперь с вами ищем на ответном мотиве петелечку, зашли в нее, связали последнюю, накид, и вяжем с вами в арке петельку, продолжаем вязать наш мотив. Вот так. И 1, 2, 3, 4, 5 сошли. Вот так у нас с вами соединение. То есть мы должны соединиться, можем, с двумя нашими пико. Следующее. Вот такой вот у нас мотив. Мы можем сделать с ним все что угодно. Да? Получается такое красивое, кружевное, легкое полотно. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам творческих успехов и до скорых встреч!